Друзья, всем привет! Значит, смотрите, сегодня мы опять будем слушать китайский усилок Fosi Audio TB10A. И, друзья, кто... Значит, заявленная выходная мощность, вот непонятно, то ли РМС, то ли максимальная, 2 по 100 ватт. Он очень маленький, смотрите, чуть как половина моей ладошки, чуть-чуть больше. Вот. И, ну, не знаю, как насчет 2 по 100 ватт, но, друзья, мы будем слушать на нем такую советскую акустику, как электроника 25AS326. Акустика – это очень низкочувствительная. И для того, чтобы их раскачать, им нужно дать мощу. У них чувствительность заявленная 84 дБ, но это совсем децл. Вот. Мощность акустики, значит, паспортная мощность 35 Вт. И диапазон воспроизводимых частот с 40 Гц до 20 кГц. Сопротивление 4 Ома. Акустика была покрыта слоем пыли. Как смог, ее продул, насколько возможно. Вот, решетки не снимал, скажем, не очень хочу лезть вовнутрь, поэтому так как есть, ну вот смотрите, вот такие они, вот если выключить вспышку, да, ну вот так вот они выглядят, смотрите, это одна и вторая, ну старая акустика, я, честно говоря, даже не посмотрел какого, подождите, там год выпуска, кстати, есть, значит, смотрите, сзади она выглядит вот так вот. 25AS326, сопротивление 4 Ома, с 40 Гц до 20 кГц и год выпуска, подождите, я сейчас посмотрю. Друзья, июль 83 года. То есть этой акустике на данный момент 40 лет. 40 лет этим ящиком. Вот что меня парит в этой акустике, это вот эти клеммы. Хорошо, у меня родные провода. Ну, не знаю, родные, не родные, но, по крайней мере, с такими клеммами. Но вот там внутри находится клемма, как вот этот пятишка такая. Правда, подключение идет на тройку, на три штырька. И вот, ну, нельзя было, что ли, сделать нормальные клеммы. Ну, в то время уж так было. Так вот, друзья, мы послушаем с вами эту акустику на этом Fosi TB10A. И посмотрим, заценим мощность. И при этом учитывать один маленький, но важный нюанс. Мы слушаем через Bluetooth адаптер с телефона. Там входное напряжение с него получается где-то 100-150 мВ. А усилитель рассчитан на работу под 200 до 280 мВ. То есть у нас усилитель сейчас будет выдавать, условно говоря, в 2 раза меньше мощность, чем он способен выдать. Слушаем мы будем без всяких накруток. Басы высокие у нас по нулям. И то же самое на телефоне. И давайте, друзья, послушаем разную музыку. И вы увидите, как это все выглядит. Ну, слушаем про попсу, потом русскую, потом ассорти. Я не знаю, тут разная музыка пойдет. Fire.
Плохого качества, но очень красивый женский вокал. Заметил.
забывать даже ему, но только не это. Остальное сотри, как пыль с белого цвета. Так, включаем что-нибудь следующее. Я даже не знаю, ну давайте. Значит, что я бы даже отбавил. Потому что усилок раскачивает их очень неплохо. Двадцать тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасти. Двадцать тысяч на запястье. Двадцать тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасти. Двадцать тысяч на запястье. Двадцать тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасти. Двадцать тысяч на запястье. Двадцать тысяч на запястье, нужна тёлка по щекасти. Твоя тёлка держит пасти. Двадцать тысяч на запястье. Мы летаем вместе с вами, это линия Майами. Мы кидаем мали, но мы не кидали за ней. Двадцать тысяч на запястье, двадцать тёлок и всю расти. Пью бомбей, закинул с нас, сделал кэш, я кэша мастер. Самый молодой игрок, нажимаю на курок. Преподам тебе урок, а ты нюхай порошок. Красивая малая, но ты знаешь, что дело не в красоте. На всех комплиментах, у тебя давно иммунитет. Тебе так важен счет моей гаты и авторитет. Я все это понимаю, но мне тебя нема, привет, иди. Она смотрит на мои часы, но не чтобы узнать время. Ее глаза слишком хитрые, но зачем ты им верю? И пускай льется вино, я с тобой, мне все равно, милая. Все решено наперед, и я знаю исход, ведь ты моя. Сердцеедка, сердцеедка, ты играешь в русскую рулетку. Ты заражена, как и холостом. Сколько же не положил, убей ты тобой. Сердцеедка, сердцеедка. Как люблю я вас, как пою.
жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, звать увидел вас я в недобрый час. Ох, недаром вы улыбаете мне, вижу траву. Yeah, this is a story about love. This is a story about hate. When tolerance brings a tragedy, passion and pain. It's a thin line between what we get. So goes our story about Romeo and Juliet.
Romeo, if I die Romeo, you never know when it's time to go. Her dad's gun smoking, my body's laying on the floor. She wishing, hoping that I still breathe, that I still live. Unfortunately, I only got one life to give. Too bad, she no longer wants to live because of her dad. I loved her and she loved me. Unfortunately, her dad can see because his racist eyes wouldn't let him. Now it's a thin line between love and hate, and Romeo and Juliet. As the father dealt a deadly fate, a tear for love, a tear for mad intolerance. Why holler since the people? I was born feet in the dust. I built my reputation, fought for recognition. I was raised in underdog, would take any evasion, and without hesitation. Ну давай, ну пасашок что-то последнее. Так, ладно, друзья, пару комментариев. Значит, смотрите, регулятор громкости у нас на половине. А теперь я вам кое-что скажу. Дело в том, что я этот усилок уже гонял, потом будет видео с такими мощными колонками. И, друзья, я выкручивал этот усилок на максимальное положение громкости. Вот сюда до конца. И фишка этого усилка в том, что вот до половины, вот где-то вот так у вас идет постепенный рост громкости. Друзья, где-то отсюда начинается взрывной рост громкости. И этот усилок на максимальное положение играл чисто, без искажений. Это при том, что у нас слабый входной сигнал. Понимаете, как с предварительным усилителем идет слабый сигнал. Был бы сигнал, например, CD-шника, это было бы еще мощнее. И вот я вам скажу, друзья, что вот эту акустику электроника, вот по поводу мощности этого усилка, заявлено, значит, 2 по 100 ватт, максимальная выходная мощность. Но, друзья, вот знаете, электроника 25АС, я бы на этом усилке не рискнул бы выкрутить ручку громкости на максимум. Потому что для этих колонок мощности этого усилка будет много. Дело в том, что когда мы их слушали на половине и шла такая мясная басистая песня, то низкочастотный динамик гулял очень-очень хорошо. И чем дальше ручку наворачивал, то в какой-то момент стало, как сказать, такое ощущение, что еще вот где-то, ну, скажем, где-то на трех четверти этого усилка, при том, что он на полную громкость он играет чисто, так вот, где-то бы на три четверти этого усилка мощность этих колонок, она бы закончилась. Дальше колонки стали бы искажать звук. Но не из-за усилка, а из-за того, что они бы просто уже не потянули бы эту мощность.
Вот, мое видео, там, где я гоняю этот усилок на максимум, оно будет, будет в какое-то время. Я не могу сказать, там, через 2-3 недели, у меня просто снято много видео разных. Но факт заключается в следующем. Друзья, это маленький усилок. Правдивый эти 100 ватт, неправдивый, это уже другой вопрос. Но, друзья, с этого усилка можно получить достаточно громкий звук. И более того, я вам скажу, у меня там акустика играла на этом усилке, да. Там чуйка, друзья, у тех колонок, которые, где я выкрутил на максимум, у тех колонок чуйка 98 дБ. Но, друзья, я на 3 метра получил на максимальной громкости этого усилка, при том, что входной сигнал с телефона, а не CD-шника, CD-шника было бы еще мощнее, я получил, друзья, 117 дБ. На 3 метра с этого усилка я получил 117 дБ. Это громкость больше, чем на дискотеках. Так что не думайте, что это вот такой малыш, там, блин, по 15-20 ватт наших, а-ля настоящих. Друзья, этот усилок по мощности, я бы сказал бы, не слабже, чем, например, скажем, какой-нибудь 35-ваттный там Брик, Одиссей, радиотехника или еще что-либо подобное. Этот усилок, несмотря на его маленький размер, он не слабже. Вот, но это если входное напряжение вы даете, ну, хотя бы 250 вольт, то есть, например, с CD-диска. С телефона на максимум он играет, может быть, чуть-чуть послабже, чем радиотехника. Но тоже не факт, я их напрямую не сравнивал. Вот, но в любом случае, эти колонки слабже, чем этот усилок. Вот. А вы, друзья, пишите свое мнение, свои впечатления, пишите в комментариях, будет интересно почитать. И напомню, это была, это были колонки Электроника 25AS326. И да, кстати, скажу еще одно мое такое впечатление. У меня были когда-то давным-давно первые колонки, с которых я заболел всей этой темой, были у меня колонки Estonia 25AS ASA 2, по-моему, так они были. Активные колонки от Эстонии. И у них был такой же, в принципе, конструктив, очень похожий на эту электронику. И такой же высокочастотник. Единственное, что активные колонки, но у меня они играли пассивными. Усилители там были сдохшие, и они играли как пассивные колонки. И, друзья, я скажу, вот Эстония 25AS мне по высокочастотному диапазону не зашла. Мне не хватало там высоких. А вот здесь мне высоких, лично на мой вкус, я никому на нем не настаиваю, но на мой вкус, мне с электроники на тех же самых высокочастотниках, мне высоких вполне хватает. Они как раз вот самое то. Их немного, они не давят их немного, но в то же время они есть и нормально выражены. Вот, ну все. А вы пишите ваши впечатления в комментариях. Понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, кто не подписался. Будем много что еще смотреть. И, друзья, скоро у меня будет... Надеюсь, в исправном состоянии, но я точно этого не знаю. У меня будет электроника 10AS. А вот цифры я дальше не помню, но та электроника, которая из трех кубиков. Большой кубик, средний кубик и маленький кубик. И вот мы их тоже скоро, я надеюсь, если они исправны, мы их с вами послушаем. Все, друзья. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.